быстрей. Стали звезды на год взрослей, лист сорвался с календаря. Но не стоит грустить зря, не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, очень важный для меня день. Сегодня день рождения моего канала Лиза Кул. Я очень благодарна тем, кто был со мной весь этот год. И вообще, я благодарна всем тем, кто не просто смотрит меня, а любит смотреть. Да, видео стали очень редко выходить из-за того, что я очень люблю свою бабушку. И очень часто остаюсь у нее с ночевкой. Нет, у нее есть компьютер, но там перестали работать все основные программы для видео. Дома есть и компьютер, и ноутбук, и на них все работает. Вы, наверное, спросите, почему же ты не снимаешь дома? Я не снимаю дома, потому что стоят пароли. Пароли стоят, потому что мои родители решили, что я много времени провожу у компьютера, а родители работают до вечера. Вот поэтому видео выходит так редко. Я надеюсь, вы меня поняли. Всем удачи и пока! Я не знаю, какую сделать анимацию. Выбирайте в комментариях. Первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. И да, не спрашивайте, почему я такая мелкая. Я решила редизайнуться, вот, потому что я люблю мелких. Вы ничего не видели.